Северная Корея снова запустила баллистическую ракету. Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в воды у восточного побережья Корейского полуострова, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на CNN. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил о запуске, но пока не предоставил никаких подробностей. Японская береговая охрана также сообщила, что вероятная баллистическая ракета была запущена Северной Кореей, предупредив суда в этом районе держаться подальше от падающих предметов и сообщать соответствующую информацию береговой охране. Издание отмечает, что запуск ракеты произошел на фоне визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию. Встреча Путина и Ким Чен Ына. Встреча двух диктаторов должна пройти во время ежегодного Восточного экономического форума. Там, ожидается, они будут договорить о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе и артиллерийских боеприпасов. По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение, хотя собеседник РБК Украина в спецслужбах сообщил, что подтверждения этой информации пока нет. По состоянию на утро 12 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын утром уже прибыл в РФ, его поезд увидели на пограничной станции Хасан. Детальнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК Украина, зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ын их передать, мнение экспертов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.